субботу Одесский театр музыкальной комедии жил нет, не спектаклем, мюзиклом или концертом. Вы не поверите, но уже около 11 часов этого погожего субботнего дня этот весь вместительный и уютный зал был полностью заполнен. Аншлаг был вызван тем, что в этот день проводился 19-й ежегодный фестиваль аэробики «Одесский бархатный сезон». Роскошный зал, битком забитый благодарными зрителями, 29 команд из разных городов Украины, в составе которых более 250 участников, потрясающая атмосфера праздника, все это говорит об очень солидном уровне организации. Рівень фестиваля з кожним роком збільшується, зростає. Команди дуже цікаві приїжджають, дуже охоплюють велику кількість молоді, від дітей до студентів, і це надзвичайно приємно. За 19 лет своего существования через «Одесский бархатный сезон» прошли уже несколько поколений спортсменок. К примеру, киевлянка Александра Бобкина еще несколько лет назад сама выступала на сцене этого прекрасного фестиваля, а в субботу уже в качестве тренера привезла в Южную Пальмиру юных воспитанниц, которые являют собой команду «Атлантида». К слову, гости из столицы прибыли с солидной группой поддержки. У нас сегодня 60 человек. Мы обожаем фестиваль «Бархатный сезон», ездим на него каждый год. Большая часть команды будет участвовать в Кубке Украины в городе Одесса. И вот сейчас, собственно, они готовятся к этому выступлению, тренируются, пробуют сцену, пробуют себя, новую программу, чтобы показать достойный результат. Отличительная черта «Одесского бархатного сезона» – отсутствие соревновательного принципа. Здесь не бывает победителей и проигравших. Здесь не плачут от того, что заняли не то место, на которое рассчитывали. Наоборот, на фестивале участники выступают в свое удовольствие и показывают все самое лучшее, что умеют. Мы проводим соревнования, где у нас есть чемпионы. Вот команды тренера Белогорцевой, Гречка, Тодоровой, команды Спиридоновой, Анны. И они вот едут на соревнования. И мне очень хочется, чтобы они все, ну, достойно представляли нашу Одессу. Что ж, 19-й Одесский бархатный сезон отгремел. И отгремел очень успешно. В следующем году фестиваль отпразднует 20-летие, к которому организаторы начнут готовиться уже очень скоро.